Кадры, которые вы видите, сняты совсем недавно в обыкновенном американском городке. Но сегодня оператор, появившийся на этих улицах, рисковал бы жизнью. Здесь есть люди, которые в последнее время стали бояться человека с кинокамерой в руках. Время от времени на страницах местных газет публикуются скандальные разоблачения. Нацисту грозит потеря гражданства. Обвиняются в военных преступлениях. Самоубийство разоблаченного нацистом. Это вы убили его. Вы, пресса, убили его. You killed them. Здесь, как и во многих других городах Америки, скрываются те, кто, совершив преступления в годы войны, так и не понесли наказания. Например, хозяин этого дома, Болеслав Майковскис, заочно приговоренный к расстрелу советским судом. Да, это изображен полицай Резекненского уезда, бывшего, Майковскис. Майковскис. Я его хорошо узнаю, потому что я его знал лично тогда, когда происходил массовый расстрел жителей деревни Аудрини. Это зверь, самый настоящий зверь. Вот этого человека я знал лично. Это Болеслав Майковский, который давал приказы массовых расстрелов. Народ в деревне Аудрини, гражданский народ, привозили вот сюда, да, вот сюда. И становились машины, задом подгоняли, значит, да, и людей подводили, жертв к могилу. И здесь было помещение, людей здесь вот, привезенных, загоняли здесь, в это помещение, были заставлены раздеться, а когда были разделшись по группам, их вот приводили здесь, ставили на ров и расстреливали. Расстрел происходил под руководством Майковского, да. Но Майковский, конечно, руководил этим всем, кричал здесь, ругал полицаев, что давайте быстрее, давайте. Приходило каких 10 машин с людьми. Тут было люди всякой национальности, латыши, евреи, русские. История преступлений Майковскиса началась в 1941 году. Гитлеровцы захватили Прибалтику, объявив ее составной частью Рейха. В Латвии, как и всюду на оккупированной территории Советского Союза, нацисты станут осуществлять человеконенавистническую программу Гитлера. Часть населения истребить, остальных превратить в рабов, призванных обслуживать господ высшей расы. В одной лишь Риге за годы войны будет уничтожено 170 тысяч человек. Для проведения массового террора оккупанты формировали особые отряды из предателей. Вот они, в
вчерашние скауты, уголовники, кулацкие сынки. Среди них был и Майковскис. Обыски, облавы, избиения, аресты тех, кто не принял новый порядок. Так приобретал Майковскис первые навыки карателя и палача. Новые хозяева щедро награждали своих пособников. Каратели, проявившие особую жестокость, удостаивались нацистских наград. В их числе был и Майковскис, который получил орден Рейха за уничтожение латвийской деревни. Из служебного донесения. Деревня Аудрини сожжена. Все 200 ее жителей расстреляны. Начальник второго участка полиции Розыкненского уезда Майковскис. Этот трофейный документ будет предъявлен суду как свидетельство преступлений Майковскиса. После войны он, так же, как и другие фашистские прихвостни, должен был ответить за свои злодеяния. Но смертный приговор ему был вынесен заочно. Спасаясь от возмездия, Майковский сбежал. В Соединенных Штатах Америки нашел убежище не только Майковскис. Хозяин этого дома в пригороде Нью-Йорка, куда сейчас направляется репортер, тоже изменник родины, который в годы гитлеровской оккупации сотрудничал с разведслужбой СС. Мы пришли поговорить с вами. Я не буду говорить перед камерой. Мы это сделаем за него. За дверью этого дома скрывается Витол Тумаш, бывший фашистский мэр Минска. Годы фашистской оккупации Белоруссии составляют одну из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Кончится война, эта земля не досчитается каждого четвертого из своих сыновей. Белоруссия, которую фашисты планировали включить в состав Рейха, стала краем мощного партизанского движения. Сохранила и другое. Они еще пожалеют, что позировали перед камерой эти выродки, которые добровольно наденут черную форму полицаев.